В городе на Неве прошел 21-й форум СМИ Северо-Запада. На прямой связи с Петербургом были ведущие Юргена, Северин Арпа, Елена Хозяинова, а также двое ее близнецов. Все-таки год семьи. Телемост прошел на позитиве. Вы самые креативные, потому что вот так выйти с домашних диванов и с юными шахматистами, так еще не догадался никто. Главная новость, пожалуйста, у вас в коме. Ну, из тех, что на прошлой неделе, как ты уже, да, спрашиваешь у всех. Да. Ну, у нас на самом деле новость связана тоже с семьей. Правда, с семьей лисиц в нашем сыктывкарском зоопарке. Вот два лиса, ну, лис и лисица, соответственно. Появилось шесть замечательных таких щенят. Лисят, они очень такие доброжелательные, идут к людям на контакт. Вы были на грани, но спасли. А то бы коми прославилась, да. Нет, у нас все нормально. У нас все нормально в этом плане. У нас, кстати, между прочим, уровень рождаемости лучший по северо-западу. Вот так немножко статистики. Лисицы? Нет, это уже касаемо людей. Да. Форум всегда проводится в Санкт-Петербурге, в исторических локациях, дворцах и музеях. Это главное медийное событие Северо-Запада, на котором встречаются журналисты, руководители СМИ и издатели. Они обсуждают новые технологии и инструменты, роль нейросетей в создании контента и инновационные подходы.